Привет всем. Замечал кто-нибудь такую странность, как открытые окна в электричках, где работает кондиционер? Вот из этих отверстий дует прохладный воздух, но из-за открытых окон он не ощущается, потому что из них поступает жара. И вот такая картина. Заходит человек, да, обычно это с утра делают, работает кондиционер, прохладно, хорошо. Люди заходят, садятся и открывают окно. Кто как считает, люди, почему это происходит? Почему у нас в головах, у многих из нас не срабатывает, что все-таки прохладно, кондиционер работает, окно как бы открывать-то не надо.